Золотой джекпот. Где же он? Вот почему на другом регионе добавили новый золотой джекпот, а у нас на регионе его до сих пор нет. В общем, это будет очень интересно. Я вам хочу показать несколько золотых джекпотов, которые я нашел на зарубежке. И об этом, конечно, я сниму отдельный видос, но сегодня у нас будет также и тайный магазин. Тайный магазин, который, возможно, будет содержать события хаоса. Вот это все вам покажу. Давайте начнем с золотого джекпота. Хочешь купить алмаз во Free Fire, но игра выдает ошибку? Тогда ты можешь зайти на playrock.com. Playrock — это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 400 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров. Также здесь можно найти Free Fire и приобрести здесь любое количество алмазов по самым низким ценам. Сама покупка происходит в несколько кликов. Выбирайте нужное количество алмазов, оплачивайте удобным способом, как вы можете заметить, здесь есть баланс, киви и так далее. Пишите свой здесь ID и ждете, когда вам придут алмазы на аккаунт. Помимо алмазов можно купить и аккаунт, и также много чего еще. Рейтинг 5.0, более 2 миллионов отзывов, оставленных после покупки. С Playrock ваши покупки будут всегда в безопасности. Playrock.com, ссылка в описании. Прямо сейчас у вас на экране это, в принципе, есть. Это золотой джекпот на зарубежке. Вообще, если вы посмотрите у меня на канале видос, то вы увидите то, что там я показывал вам несколько скинов, которые, возможно, будут у нас в золотом джекпоте. Их несколько, как вы понимаете. Их реально несколько. Вот, и там я сделал предположение, какие будут скины. Поэтому, если вам интересно, можете зайти туда. Некоторые скины, они уже вышли на зарубежке. Вот тут вот вышел, допустим, вот такой золотой джекпот. Если я не ошибаюсь, возможно, я такой этот и говорил то, что будет, выйдет. Но, возможно, нет, потому что что-то он слишком такой, ну, нормальный, в принципе, этот золотой джекпот. Неожиданно он вышел на зарубежке, я думал, он не будет выходить, потому что у нас не вышел. Но, как минимум, два золотых джекпота я могу вам показать. В общем, скин вот так вот выглядит. На самом-то деле, здесь классная маска. Вот, но, к сожалению, кстати, смотрите, вот, реально прикольно, да? Это вот трюк, который делается, вот реально, да? Ну вот классно сделали они. Давно такого вот не делали, топового. Скин вот так вот выглядит. В общем, его не могу, к сожалению, показать поближе, но, к минимум, здесь есть маска топовая. Он в любом случае выйдет у нас когда-то. Вот, поэтому мы его обязательно ждем. Короче, хочу вам показать скины и события. Вообще, они могут быть у нас в тайном магазине спокойно. Но это событие, вот, точно, вот, 100% будет, потому что это чисто событие хаос. Я хочу вам показать, какие скины, возможно, могут быть в тайном магазине. Это, допустим, бесплатная эмоция, да, как вы можете заметить сейчас. Также будет гелик. Вот гелик, кстати, по-моему, бесплатный. То есть, тут некоторые скины бесплатные будут. Вот я, по-моему, в календаре они написаны, если не ошибаюсь. Если он еще вышел. Короче, дальше вот такой вот рюкзак. Ну, довольно-таки неплохой тоже, да? Покажешь ли второй левел? Должны показать второй левел тоже, да? То есть, гелик вот такой, да? Событие хаос. Также вот уже скин, видите, вышел на бизон. На зарубежке. У нас вышел, по-моему, сейчас скажу, вот эта пушка, я забыл уже, как называется. Бизон вот такой вот скин, короче. Реально здоровый скин. Такая чисто получилась двустволка. Как будто двустволка такая, знаете. Сейчас, дальше... Вы как она называется? Это не УГ же. Сейчас чекнем, что за пушка. Она выглядит довольно-таки неплохо. Статистику, думаю, знаете. Дальше что у нас есть? Ну, конечно, это скин на АЦ-80 будет еще, прикиньте. То есть, помимо М14 будет скин на АЦ-80. Он вот так вот будет выглядеть. Дальше. Конечно же, будет скин на ножик. И еще там будут скины, самые главные. Сейчас это мы все посмотрим. Но я думаю, то, что вот некоторые из этих событий, которые сейчас показал скинов, они должны быть бесплатные. Коса. Коса бесплатно будет, по-моему. Вот коса точно будет бесплатно. Вот она. И такой вот самый главный набор хаоса события. Он точно будет заднат, ребят. Я вам это гарантирую. Он точно будет заднат. В общем, давайте мы его посмотрим. В общем, справа есть у нас иконки. Я думаю, вы все это увидели. И здесь, если вы каждый набираете, типа... Забирайте наборчик. Ну, довольно-таки неплохой набор. На самом деле, на женщину, я тогда сказал, когда я его показывал вам, я видел то, что на женщину реально набор будет жесткий. Здесь вот реально маска имба. Ну, и вот это вот, что за... Ну, реально прикольно выглядит. Также здесь штаны тоже, ну, хорошенькие довольно-таки. Ну, и вверх. Реально, набор. То, что он бесплатный, тоже нормас. В принципе, вот реально. Даже если бы его закинули бы золотой, вот реально, это была бы пушка. Это реально была бы пушка. Хороший набор. Того стоит. Ну, эмоции я тоже показывал в целом. Это все это показывал. Но я вам покажу сейчас набор, который, возможно, будет в тайном магазине. Потому что этих наборов сейчас здесь нет.
Возможно, они будут вообще даже в каких-то других зданиях. Как все это получать? Думаю, все это понятно. Просто выполнять задания и здесь, ну, забирать все, что тут есть. Раунды голосования здесь есть. В принципе, здесь, думаю, все это понятно. Вы просто так вот делаете. И потом это у нас и будет. Не знаю, откуда столько голосов. Я не думаю, что столько проголосовало. Человек, это, наверное, по миру, что ли, все это. Вот. Но результаты голосования здесь все есть. Поэтому, думаю, будем смотреть, что вообще будет интересненько, да. Но новинка в наличии, думаю. Ну, почему-то никто не нажимает, да. Все нажимают с бажный самолет. Все это, типа, делают, вот, набирая скорость туда-сюда. Ну, короче, это будет имбово. Это будет выглядеть вообще прикольно. То есть, самолет будет, типа, так ломаться, да, скорее всего. Ну, тут тоже, типа, можете это прочитать. Вообще, здесь не показаны главные наборы и главные события, которые еще ждут нас. Вот тут понятно, что бесплатные эмоции, я про это говорил. Но есть еще больше тем. Я думаю, тут они все и будут у нас. Смотрите, вот здесь вот на карте, да. Слева уже у нас здесь появился джекпотик вот этот вот. Будет также несколько... Тут же, сказать честно, как он будет, да, выглядеть. Но как минимум предположение есть. Это, возможно, будут новые скины с событием хаос. Это реально может быть так. Может же быть и не так, понимаете? Но как минимум эти события точно будут 100%. Я вам это покажу. Вот этот вот тайный магазин. Это тот тайный магазин, который есть на зарубежке прямо сейчас. То есть, если вы зайдете туда на зарубежку, у вас будет тайный магазин. Он довольно-таки неплохой, он реально хороший. Вот тайный магазин, он отличный, потому что здесь есть классные наборы. Очень классные наборы. Также здесь есть, в принципе, эмоции. Эмоции здесь две топовые. Это вот поедание еды. Ну, еще какая-то вот тут была снизу еще одна эмоция. Тут она, к сожалению, наверное, не попадет в кадр. Но она есть там, она есть там. Вот, и также два набора. Это клубника, помните, да, клубника. И начнем с золотого джекпота, который, возможно, нам добавят. На самом деле, это вряд ли, потому что я видел другой золотой джекпот. Я вам показывал это в прошлых видео. Если вам интересно, посмотрите внимательно. Прошлые мои видосы, там есть золотой джекпот. Вот, вот так вот выглядит наборчик. Я видел его, в принципе, в таких вот картинках. Думаю, вам показывал тоже в прошлом видео. Все это можете посмотреть. Но это набор на зарубежке. А, то, что будет у нас такое, это ну, пока непонятно. Возможно, такое будет. Но представляете, ждать золотой джекпот 40 дней. Это очень много. Это очень много. Дальше. А, также есть вот такой вот золотой джекпот на другом регионе. Тут уже нам добавили АУК. Ну, это странно на самом-то деле. Вот, добавили АУК, по-моему, который у нас был. Но здесь, помимо того, что АУК, здесь другие скины, так что есть, видите, можете посмотреть пушки и скины на стенку. Дальше, какой набор могут еще добавить? Вот я вот это тоже думаю, то, что могут. Это вот такой набор на девушку. Возможно, реально его закинут даже в золотой джекпот или в какой-нибудь обменник. Это могут сделать. Потому что я вам показывал вероятность того, какие будут скины. Поэтому посмотрите. Посмотрите обязательно.